Посмотри, как я живу, глядя с неба на Москву, слушай музыку в часах, шаг за шагом, день за днем, я похож на черепаху в желтом домике моем. Дорогие друзья, грядет прекрасное событие. Автор, пожалуй, самого главного блюза на русском языке, лидер легендарной группы «Воскресенье» Алексей Романов, готовится всем нам презентовать книжку со своими стихами, потому что его песни, в первую очередь, это стихи. И то, как Алексей работает со словом, ну, в принципе, это большая редкость, он уникальный человек. И вот это тот редкий музыкант, от которого, ну, каждое слово на вес золота. Отдельное спасибо Planete.ru за то, что она помогает осуществить вот этот прекрасный проект. Заходите обязательно на проект Алексея, на сайт Planete.ru. Во-первых, это единственная возможность приобрести экземпляр книги с автографом, ну и плюс получить пригласительные на презентацию этой книги в ЦДЛ 19 декабря.